О, клип 22 раза надо посмотреть обязательно. Тихо. Это вообще одна из моих любимых песен, кстати, у группы 22 раза. Давайте посмотрим. Это что, Блинк? Вау! О, тут я где-то буду. Бля, охуенный трек, пиздец, мне очень он нравится. Скотаки они, конечно, я не могу. Бля, он упал реально и продолжил рэп читать. Сколько я в ахуе. Блять, чуваки, они позволили себе с гонорара, типа, да, как бы на Блинке, снять яхту. Ну как снять? Купить, скорее всего, и жестко кайфуют теперь. Вот я мечтаю, что мы тоже так сделаем когда-нибудь. Блять, что? Почему это я? Да, блять, это не я! Да это не я! Какой? Ну нет! Играй громко, да спаси ты, я забыл о тебе. Здесь делают твек, 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 и я пью чистый елдынь. Я делаю work, 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 а занят я не один. Прости! Любовь, 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 любовь. Мы одинаково все с любой, с любой, с любой, с любой, с любой, с любой. Но с тобой не... Бля, очень пиздатая песня, ничего не могу с собой сделать. Сука, реально, люди в Сент-Тропе. Вы же поняли, да, про что я говорю? Вот это вот. Ща. Вот это. Йоу, привет всем пацанам, всем девчонкам из моей группы ВКонтакте. А также непосредственно большой респект Александру Гусарову, который ведет эту группу. Мы находимся здесь, в Central. Знаешь, буквально, блядь, типа вот эти люди. Ну правда, ну юг, вот групп 22 раза, это вот этот человек. Эй, буквально 2 дня спустя после моего дня рождения, как вы слышите, голоса у меня вообще нет, но парти была сумасшедшая. Парти была сумасшедшая, ребята. For all my people, big love and respect from Saint-Tropez. Это ваш брат Тимати, он же мистер Black Star. Peace. Сколько я в аду. Как они вообще решили эту группу создать? Бля, это было... Я хотите, я вам расскажу? Мы, короче, начали с Югом работать по дистрибуции на The Fantasy. Выпустили песню «Увидимся следующим летом». А, даже до нахуй. Я что-то сижу, никого не трогаю, и у нас есть совместный чат, где он просто присылает обложку и кучу вот треков 22 раза. Говорит, бля, пацаны, а мы можем так, типа, между делом просто отгрузить? Это вот мы с Владом Лифарем неделю тусовались, писали рэп, пока моя, типа, женщина отъезжала там на родину. Я такой, бля, похуй на эту хуйню, я даже слушать не буду, блядь, типа, в пизду. А потом мне Артем Вараб пишет личку, говорит, обязательно прямо сейчас это послушай. И я просто включаю клип «Булки, жопы, сиськи, буфера». И у меня не то, что ебало трескается, я просто сижу такой, как это круто, господи, это так охуенно. Да, кстати, приходите к Югу 404 на концерты, там спецгость, группа 22 раза. Так, ну лайк, комментарий,
больше 5 слов, чтобы... А, ща. Я хочу этот текст найти просто. Йо, привет всем пацанам, всем девчонкам из моей группы ВКонтакте, а также непосредственно большой респект Александру Гусарову, который ведет эту группу. Мы находимся здесь, в Central Bay. Все. Так, оп. 22 раза. Блять, ну это дебил реально у вас, конечно. Так. Все, вот так вот. Отличный коммент. Пожалуйста, сходите, поставьте лайк моему комментарию. Он смешной.